1 сентября 2014 года, 11:30 дня. Снимать пока особенно нечего. Ничем особенно не занимаюсь, сижу, монтирую видео. Сегодня первый день осени. Детки в школу пошли. Женька пошел в университет. Вот. Что-то как-то слишком буднично проходит 1 сентября. Никаких завоеваний галактик, никаких трудовых подвигов. 2:30. Вот, а я смотрю белый воротничок, собираюсь сделать яблочный пирог. Потом покажу, если у меня ему и получится. Вот, котят собираюсь кормить. Ну и готовлю обед. Не знаю, что еще буду делать. Но что-то надо же приготовить, пожрать. На улице солнышко. Сколько там градусов у нас? 33. Потеплело. Ну так, приятно, мне кажется, на уличке. Так, для себя, для памяти надо будет сказать. Вот, рагу с лососем и форелью. Коты едят очень плохо. Ники миска слева вообще не тронула. Касик поел, но тоже очень слабенько. Короче, вот. Интересно, распробовала или голод сыграл. Надо говорить, что мисочку левее она уже прикончила. Свою. И теперь приканчивает касика. Ой, не в смысле касика. А мисочку касика кушаешь, солнышко, кушай. Распробовала. Или как следует проголодалась. Тест-драйв для плиты. Я имею в виду боковую стенку, которую я перекрашивала, закрашивала. В общем, я уже делала тест-драйв, делала кусочек видео. На поминке бабушки я готовила окорочка. Но тот тест она выдержала. Я имею в виду, что я потеряла этот кусочек видео. Вот, и это как бы дополнительный нагрузочный тест-драйв. Поставила пирожок. Сколько там? 36. Отлично. Такое милое. Ну вот, пирожок готов. Я решила его заснять, пока не стемнело. Потому что на завтра он потеряет свою целостность. Это однозначно. Сейчас Женя к нему приступит. В общем, может, Димка зайдет. Но не могу сказать, что я тоже в нем не проучаствую. Вот, яблочный пирожок.